We are beginning with chapter 13. Мы с вами начинаем с 13 главы. And we have seen that the false prophets have been done away with in the land of Israel. И уже увидели, что земля израильская очищена от лжепророков. In the end times. В последние дни. Now, beginning in chapter 13, verse 7, начиная с 7 стиха 13 главы, we come to the last major section of Zechariah. Мы подходим к последнему завершающему разделу книги пророка Захарии. And this is a description. It begins with a description. Он начинается с описания of the shepherd who is going to be smitten by God, stricken by God. Великого пастыря, которого stricken, like put to death. Killed, yeah, sorry. Со смерти великого пастыря. We had seen the shepherd earlier. Мы уже видели вот этот образ пастыря в предыдущих главах. And you'll remember that the good shepherd was rejected by the people. Вы помните, что народ отверг доброго пастыря. Well, now this is another picture of the treatment of the shepherd. И здесь рисуется еще один образ отношения к пастырю. So this is looking back again at the time of Jesus. Опять-таки мы возвращаемся ко временам Иисуса Христа. Let's read verse 7. Будем читать 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». This can be talking about no one but Jesus. Здесь речь идет не о ком ином, как об Иисусе Христе. In fact, Jesus referred this prophecy to himself. Кстати говоря, Иисус Христос цитировал это пророчество в отношении себя. And we can read about that in Matthew chapter 26. Об этом мы читаем в 26 главе Евангелия от Матфея, 31 стихе. And Isaiah 53. А в Исаии, в 53 главе. Says that the Lord was pleased to crush him. Говорится о том, но Господу угодно было поразить его. Вот первая часть 10 стиха 53 главы книги пророка Исаии. So, while we understand that Jesus was put to death by the Romans on the cross, итак, мы с вами понимаем, что Иисуса Христа смерти предали римляне, распяв его на кресте. And that he was delivered up to death by the Jews. Delivered up to death. И что иудеи предали его этой смерти, то есть был вынесен приговор. Yet his death was also part of the plan of God. Когда кричали «распни его, распни», и вместе с тем смерть Иисуса Христа была частью замысла Божьего. And when the shepherd is killed, the sheep will scatter. И здесь написано, что когда пастырь будет поражен, рассеются овцы. That scattering is described further in verses 8 and 9. Вот это рассеяние дальше описывается в стихах 8 и 9. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Now, of course, when Jesus was taken away in the Garden of Gethsemane, конечно, когда Иисус Христос был в саду Гефсиманском, his immediate disciples did scatter. И когда его взяли, то его непосредственные ученики рассеялись, разошлись, разбежались. But the scattering that is talked about is even more broad than that. Но вот здесь рассеяние подразумевается более глобального масштаба. And I believe that verses 8 and 9 here are talking about an age-long scattering. Мне представляется, что в 8 и 9 стихах описано рассеяние, которое растянулось на века. This is the scattering of the Jews during the entire era, age after Jesus was killed. Евреев на протяжении всего времени после того, как был предан смерти Иисус Христос. And God's ultimate purpose for this scattering is, и конечная цель вот этого рассеяния со стороны Бога заключается в том, their refinement and their purification. Чтобы они очистились. Just as gold is refined in the fire, так же, как золото очищают огнем, so Israel will be refined during this age, так и Израиль будет очищаться в этот век,
Through the trials and the tribulations she experiences. Через всякие испытания и суды, через которые предстоит в данном случае пройти народу израильскому. So we have scattering followed by suffering. Итак, сначала рассеяние, потом страдания народа. Which is for the purpose of refining and then finally return. Которые нацелены на то, чтобы очистить народ и наконец возвращение. When they return to the land, they will be converted and blessed. И когда они возвратятся в свою землю, они вновь обратятся к Господу и получат от него благословение. And that is what we see at the end of verse 9. Именно об этом мы читаем в конце 9 стиха. И я услышу их и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь Бог мой. So while we don't always see exactly how Israel is being refined, тогда как нам не всегда ясно видно, каким образом очищается Израиль. And we think about such horrible experiences as the Holocaust and World War II. И нам представляются, рисуются образы такого ужасного опыта, через который прошел народ, как Холокост, Вторая мировая война. Yet we know that all of God's plans for Israel will be for her refinement. Мы знаем из Священного Писания, что все страдания Израиля нацелены на очищение этого народа. And in the future we will see how God has been working his plan out in all of the details. И в будущем мы увидим, как Бог реализует вот этот свой замысел во всех подробностях. Even though we can't see it now. Даже несмотря на то, что сейчас мы это не видим. Maybe that's the way it is for some of us in our lives right now. Может быть, в своей жизни мы сейчас проходим через подобные вещи. Experience trials and tribulations. У нас в жизни какие-то есть беды, какие-то суды совершаются. How this is working out for our good. И сейчас не вполне понятно, как это должно быть обращено нам на благо. And we're called to trust God. Но Библия призывает нас уповать на Бога. As Romans 8:28 says. Как в Римлянах 8 главе 28 стихе говорится. So God causes all things to work together for good. Все содействует ко благу, да? Любящим Бога и действующим по Его изволению. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. All right, we are brought back into the future of Israel in verse 1 of chapter 14. В первом стихе 14 главы мы возвращаемся к теме будущего Израиля. This last chapter of Zechariah begins with Israel living in the land of Palestine. А вот эта последняя глава книги пророка Захария начинается с описания Израиля, который живет в Палестине. And they, the Jews, will be attacked. На евреев будут нападать. One Bible commentator is certain that this is the battle of Armageddon that's being discussed here. Один из толкователей Библии убежден в том, что дальше приводится описание битвы Армагеддонского сражения. The last battle. Последнее сражение. We can be certain that the entire 14th chapter. Невозможно быть уверенным в том, что вся 14 глава. Is what has been prophesied throughout all the minor prophets, the day of the Lord. Есть День Господень, то, о чем говорится во всех малых пророках. Look in your Bibles in Revelation 19. 19 глава книги Откровения. And you will see some of this played out in that chapter as well. Показывает, что кое-что из нее мы читаем вот в этой 14 главе. So there's going to be an attack against Jerusalem. Итак, соберутся народы против Иерусалима, восстанут против Иерусалима. Terrible suffering within the city. А в городе будет ужасное страдание и скорбь. And then everything changes. А потом все меняется. Verses 3-5. Стихи с 3 по 5. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осилы. И вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с ним. Isn't that an awesome phrase? The Lord will go forth and fight. Разве не поразительная фраза? Господь ополчится против этих народов. So God is pictured here as a mighty warrior. Здесь Господь рисуется нам как могущественный воин. He's fighting on behalf of his people.
И он ополчился на другие народы, выступая за свой народ. And when he does, the battle is essentially over. И когда он выступает против других народов, битва ими уже проиграна. Now he mentions here an earthquake. Здесь упоминается землетрясение. This is the earthquake that Amos mentioned. Это землетрясение, о котором говорил пророк Амос. In the days of Uzziah, king of Judah. Во время царствования Оззии, царя иудейского. So there's going to be that same sort of panic. Будет примерно такая же паника. But notice that when, excuse me, I need to find the place. His feet will stand on the Mount of Olives. Но обратите внимание, как здесь написано. This is a description of the literal return of Christ to the earth. And where is it? In verse 4, the Mount of Olives will be split in the middle. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской. So we believe at that point, the Lord Jesus Christ will descend from heaven and will stand on the Mount of Olives. Нам представляется, что в эти дни Господь Иисус Христос сойдет с неба и будет стоять на горе Елеонской. And again, we read about that in chapter 19 of Revelation as well. И опять-таки об этом мы читаем в 19 главе книги Откровений. То есть параллели здесь явные между 19 главой Откровений и 14 главой Захарии. This is literally going to happen. Это буквально произойдет. And when it does, и когда it will это будет, split the mountain. То эта гора раздвоится. This is prophesied again in Acts chapter 1. Об этом мы читаем пророчество, которое записано в Деяниях в первой главе. And you can see for yourself when you read those verses. Опять-таки, вы можете перечитать эту главу, еще раз перечитать эти стихи. That the angel speaks to the disciples who are looking into heaven. А ангел обращается к ученикам, которые смотрят в небеса. They have just watched Jesus ascend to heaven. Они только что видели, как Иисус Христос вознесся. And the angel says he will come back in exactly the same way if you see him. И ангел тогда сказал, что он придет таким же образом, каким и отошел. So there is just like there was a parting of the Red Sea. Так же, как некогда раздвоились воды Красного моря. So here there will be a parting of the mountain. А здесь мы будем наблюдать раздвоение горы. And then we're given a description of life, I believe, in the millennial kingdom. А дальше, как мне представляется, следует описание жизни в тысячелетнем царстве. This should be reminiscent of Joel's Day of the Lord. Это должно перекликаться с описанием Дня Господня у Иоиля. When there are changes in topography and even in the heavens. Когда наблюдаются перемены и в топографии, и даже на небесах. Verses 6 through 8. Стихи с 6 по 8. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет». So some of the lights in the heavens will be less bright. Некоторые светила небесные будут светить менее ярко. And there will be a spring bubbling up out of Jerusalem. И написано, что из Иерусалима потекут живые воды. And the spring will result in two rivers, one flowing east and one flowing west. И эти воды, половина их потечет к морю восточному и половина к морю западному. And what that certainly means is that Jerusalem will be high and lifted up above every other point of land. Это означает, что Иерусалим будет возноситься над любой другой точкой земли. So that these two waters, these two rivers flow to the Mediterranean Sea and to the Dead Sea. И эти воды будут оттекать в Средиземное море и в Мёртвое море, соответственно. It's a picture sort of like the Garden of Eden. Это в некотором смысле напоминает Эдемский сад. Where there were rivers flowing out of the Garden of Eden from one source. Когда реки вытекали из одного источника в этом саду. And became several rivers. И превращались в несколько потоков, несколько рек. What a wonderful picture this would be to people living in a desert land. Представляете, насколько чудесна эта картина для людей, которые живут в пустыне. These rivers will flow in the summertime as well as in the winter. И написано, что эти реки будут течь как летом, так и зимой. I know where I live in Texas. Вот я живу, например, в Техасе. Often the rivers go completely dry in the summertime. И часто летом из-за жары у нас реки вообще пересыхают. So to think about a river flowing in the summer is wonderful. Поэтому для меня образ того, что река будет течь летом, чудесный образ. And that is what it will be like for Jerusalem in these days. Полагаю, что и для Иерусалима в те дни это будет таким же благословением.
And then the reign of Messiah, the rule of Messiah is seen in verses 9 through 11. И в стихах с 9 по 11 мы читаем о царствовании и правлении Мессии. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. So what the world has longed for ever since the Garden of Eden. Итак, то, о чем мечтал мир со времен Эдемского сада. Is all humanity living under a righteous king. Это царствование праведного царя над всем миром. We finally have that with Messiah on his throne in Jerusalem. И вот когда Мессия будет править на своем престоле в Иерусалиме, именно это время и настанет. And the city will be repopulated. The city will be repopulated. Город вновь населится. The curse will be removed. Проклятия больше не будет. And we don't know all that that might imply. Трудно сказать обо всем, что могут подразумевать эти стихи. But perhaps no disease. Но, возможно, в то время не будет болезней. Certainly no crime. Не будет преступлений. It'll be a wonderful existence. Это будет чудесное существование. Where everyone can live with no fear. Для всех людей, которые теперь могут жить, не имея никакого страха, без страха. The picture of verses 12 through 15 is of the final battle itself. 12-15 стихи описывают последнее сражение. And this is looking back at the time when Jesus comes down. И это возвращает нас немножко назад в то время, когда придет Иисус Христос. И вот такое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. Глаза у него истают в яминах своих, язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого и поднимается рука его на поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежда в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. So it's a picture of terrible destruction. Это картина ужасного опустошения, разрушения. But following that is the millennial reign of Christ. Но за этим последует тысячелетнее царство Иисуса Христа. And one of the elements of life in the millennial kingdom. И один из аспектов, из элементов жизни в тысячелетнем царстве. Will be the celebration of one of Israel's major feasts. Будет празднование одного из главных праздников евреев. And that is the feast of tabernacles or booths. Это праздник кущей. The primary celebration of the Old Testament Jews was the Passover. Главным праздником евреев в Ветхом Завете была Пасха. Where they were celebrating their deliverance from Israel. From Egypt. From Egypt. Когда они отмечали свое освобождение от египетского рабства. The celebration of our current age that we would remember from the Old Testament would be celebration of Pentecost. Сейчас for whom? For the Jews or for the Christians, for the people of God in this age. Сейчас в наше время для христиан одним из самых больших праздников является День Пятидесятницы. But during the millennial age, the festival that will be most celebrated is that of Tabernacles. А вот в тысячелетнем царстве самым главным праздником будет праздник Кущей. As we read in verses 16 through 19. Об этом мы читаем в стихах с 16 по 19. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Так что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. This festival will be marked by joy and praise and Этот праздник будет сопровождаться прославлением, радостью и благодарением. And what I think is very interesting.
И с моей точки зрения интересно то, is that there is the potential that someone won't come to Jerusalem or will not celebrate the Feast of Tabernacles. Что здесь говорится о том, что кто-то, возможно, не придет праздновать праздник кущей. So the possibility of disobedience does exist in the millennial kingdom. Следовательно, даже в тысячелетнем царстве остается возможность неповиновения Богу. It's not heaven yet. И это еще не небеса. But однако, if they do disobey, they will be punished. Но если они ослушаются, их ждет наказание. And the very last image we have in the book of Zechariah, образ, который мы видим из книги пророка Захарии, is of holiness. Это образ святости. Everything is set apart for the use of God. Все отделено для Бога. That is what the concept of holiness means. Это и означает быть святым. Let's read the last couple of verses of the book. Последние два стиха этой книги. «В то время даже на конских уборах будет начертано святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». So, every item in the kitchen will be holy to the Lord. Итак, все предметы, вся утварь на кухне будет отделена для Господа. Horses, which are usually used for battle, will be used in the service of God. Кони, которые обычно используются во время битвы, сражений, будут использованы для служения Господу. And this final picture is of holiness. И вот эта последняя картина, это картина святости. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.